Лежи пока, отдохни. Макс, смотри, чтобы он никуда не убежал. Сегодня я поделюсь техниками болевой на кисть. Давайте сразу принцип работы болевых на кисть. Да? Сначала нам нужно заблокировать локоть, либо кисть. То есть, например, если я блокировал кисть, мне достаточно нажать просто. Либо если я заблокировал локоть, я уже, если надо, ломать саму кисть. То есть, если, например, держит ее прямо, я ее просто выбиваю. Здесь я уже грудью могу давить, либо грудную часть. Давайте сегодня первую. Техника у нас на сегодня сайд-энд-ролла. Самая распространенная, когда соперник начинает вас отжимать, берет, ну, например, за отворот. Да, начинает отжимать. Мы прижимаемся к нему подбородком. Я надламываю вот это, скажем, как это называется? Да, запястье. Прижал. Беру за локоть, разворачиваю. Видите, да, уже обломилось в запястье. Подбородком раз. Здесь уже начинаю давить. Обычно можно двумя руками. Да, либо. Я предпочитаю еще плечо здесь контролировать, чтобы полностью отключить эту часть. То есть раз, он начал давить, прижался. Да, и все. Давление у тебя вниз сейчас пошло? Ну, ты вниз его давил? Да, то есть здесь я давлю. Раз, надломил, взял за локоть, раскрыл его максимально высоко. И здесь. Причем, да? Да, и здесь я начинаю плечом вдавливать туда. И при этом рукой тоже сюда, к себе. Получается, ему некуда уйти вообще. Ну, попробуй, да. То есть я контролирую. Здесь очень важно именно подбородком надломать вот эту конструкцию. То есть раз, возьми. Раз. И сделал. В принципе, ничего сложного, я думаю, можно уже начинать. Раз, нет, я просто я сказал тебе, что можно 3-4 техники, но они на самом деле все такие простые, если вы, в принципе, понимаете, я поэтому думаю побольше дать. О, отлично. Там, ну, штук 8, наверное. Да, учитывая, что здесь все такие авторитетные специалисты собрались. И я, да, вообще. И беда, правда. На нем же все равно показывают, поэтому какая разница. Давайте посмотрим по-бурному. Делаю так, раз, два, три, красиво. Раз, два, три. Объясняя что-то беде, ты тратишь время, Магомед. Сейчас следующее. Сам трангл челка, когда он закрывает телефончик. Маме звоню, жалуюсь. Да. Стреляет, не обижает маму. Да, здесь, смотрите, то же самое. Мы берем вообще в обратную сторону, берем вот здесь. Раз. Чуть-чуть привстаем. Вот, раз, придавили. То есть здесь есть вообще пару вариантов, да, когда телефон закрывается. Здесь мы можем сделать либо американо, либо можем, если он, например, убирает руку, сюда. Я могу, опять же, принцип тоже, видите, я опять же, плечом давлю, создаю здесь эффект такой стенки. То есть он не может туда убрать руку никуда, то есть она заблокирована. И здесь я уберу уже с этой стороны, начинаю в эту сторону ломать. Раз, не получается сдушить, он берет телефончик. Раз, поднял, беру вот здесь, да, и вдавливаю. Причем, получается, накатываешь? Да, да, и на себя еще, видишь, и на себя еще тяну. Там еще и душ. Да. Такое вообще, не кайф. Да, давайте попробуем этот вариант. Не только магнитик лежит уже, это. Вот. Покажи, пожалуйста, на какой тебе разок. Да, иди сюда. Мы уже давно много раз оторвали. Длинный потом. Это дело. Мне тоже не нравится. Пошел вон из кадра. Раз. Понятно. Раз. Угу. Все, то взяла на плечом, придавил, чуть-чуть приподнялся. Раз. Она привыкла, она привыкла уже. Потрясаем четвертым. А в пол надо упираться? В пол надо упираться? Да, там получается... Своей рукой или ее? Я плечом ее упираю. То есть... Раз, взял, в пол. Вот здесь давит, прям в челюсть. Да, и в пол обязательно. Просто здесь она может не достать до пола, а здесь мы чуть-чуть своей рукой помогаем ей. Пробуем.
Раз, два, три. Молодцы. Какое же удовольствие видеть, как где что-то отламывают. Да, здесь мы берем. Я уже не могу брать. Тихо-тихо. Вот сюда. Макрель валит на пучок. Да. Перехватываем. Видите, рука. В этом рука. Волшебным образом сейчас. Беды руки. У меня. Ну как из спины? Хорошо, что. Раз, держим, перехватаем. Завожу сюда. Хотя, в принципе, на самом деле, я, видите, где завел, я вот своей ногой закрыл ее. Я могу, в принципе, на спину даже не падать. Мне главное просто поменять сейчас сторону. Он взял здесь залопал. Видите, где рука? Все. Потому что здесь я ногой своей блокирую локоть. Он не может вот так сделать. Потому что я изначально завел, чуть ногу сюда, чуть выкрутил. Да. Что, ты подкручиваешь, да? Плечо охуевает, как мою руку назад просто заводишь. Раз, два. Я тебе йог, что ли? Что началось? Вот, еще, давай еще раз. А я не понял, можно дальше? Да, иди дальше. А, выкрутился, раунд. Один выкрутился. Раз, изначально взяли. Смотрим, да, вот. Раз, завел. Можно заблокировать ногой своей, можно либо лечь. Да. И душить еще. Здесь можно, да, и начать душить, в принципе, и вот здесь поломаем уже. Уже уснувшему сопернику. Да. Вот. Я думаю, это тоже просто. Поехали. Нет. Раз, два. Раз, два, три. Три на одну. Три на кнопку. И красиво все на видео, потом нарезают, у тебя хоть что-то в Инстаграме нормальное. Через лови вот сюда. Раз. И здесь поламывает. Здесь вот так я просто хочу, но у меня рука сильная. Раз. Выпрямил. Завел. Здесь, смотрите, ногу раз. Не кажется, на плечо чувствуешь, наверное, да, уже давление. То есть, в принципе, на самом деле, тут вариантов несколько. Когда? Через раз. Раз. Я могу, в принципе, вот здесь вот руку, вот здесь уже могу. Да, вот если делать, он сильнее что, вот, на сказал. Себя тянет, да, то да. У меня сразу плечо. Ну, если вы извращенец, то лучше, конечно, так. Если вы не извращенец, то что вы делаете в джиу-джитсу? А ты кисло ваш получается вот так, да? Или вот так? Нет, здесь не получится в данном случае, если как бы. У нас сейчас получилось. Да? А как? Назад тоже на пальцы. Так проще. Пальцы в спине. Ну не знаю, как это. Не, ты не очень много могу просто. Здесь уже ишь, она изначально изогнута вот здесь. Раз. Поехали. Помните, да, раз, выпрямили, и потом уже. Забегали, давай медитируем с тобой. Раз, два. Раз, два, три. Три не надо, мы сами хлопаем. Раз, два, и. Ты уже делал. То есть я при этом не меняю захват. Все, взял, да. Оп. А, вот ты вот на этой стадии, да? Нет. Сторону блокировал. И вот я не меняю захват. Я вот чуть-чуть кисть. Угу. Ну вот как раз кисти тем прикольно, что если это какой-то определенный эффект, то есть у кого как-то. Ну то есть очень не много. Сейчас я тоже на прошлой технике показал свой вариант вот, с телефонной будкой там. Вот здесь вариант с бэдумалку тоже показал, прикольный тоже. Вот еще один вариант, видите, кисти в этом плане там миллион будет. Ну да, просто я боюсь, что здесь... Главное понять, что да, вы берете вот за эту часть, то есть вот здесь я беру, и здесь я могу уже как хочу крутить. Сюда, сюда, либо вот так. Но я вот считаю вот это. Это, кстати, вот на Фрикс выложили вот видео вчера этого Нила Милансона. Он очень хорошо объясняет по поводу принципов все вот эскиз. У него вообще, в принципе, там еще есть много подписи. Да, вот берешь и сидишь, и она слабая. Давайте сразу два варианта сразу покажу. Первое, это когда мы лежим и соперник начинает давить на желудок. Зачем? Да, ну вот, знаете, поймал бы туда вот перечень кости, но это еще не надо. То есть я раз, беру за локоть и наваливаюсь там вот в эту сторону. Вот. А, ну я и давай так ухожу, кстати, да. Да, то есть вот только он берет, начинает давить, я беру здесь локоть его, особенно если его глубоко, да, начинает, я беру локоть и разворачиваю и наваливаюсь в эту сторону.
Это первый вариант. Второй вариант, когда мы вдавливаем, типа показываем американо, он начинает разворачиваться. Да, я здесь хватаю его руку. Все, раз. И здесь. А вот это я раз. На бланку и делаю. Раз, он идет за ней, схватил. И здесь, видите, я раз, вдавливаю в пол. То есть сейчас напряги на полную свою кисть. Она все равно, запястье все равно ломается. И здесь вдавливаю. Скажи на Даше. Да, где Даша? На феминистке. Любишь равноправие. Да, надо страдать от мужчины. Я так и живу, понимаешь, все время. Так, здесь мы прижимаем. Вот ты выбрал этот. Нет, я выбрала. Я просто тоже феминистка, но я киберфеминист. Я тест проходил. Раз. Я чуть сгибаю локоть. Беру его. И наваливаюсь. Еще раз. Она начинает давить. Раз. А второй вариант? Два. И второй вариант, как мы начинаем показывать американу. Она разворачивается. Ловлю руку. Здесь дальше беру. Смотрите, рука. Упираю в пол. Сожми так, если. Я беру и на ламку. Такая тема. То есть, смотрите, упер кулак. И здесь давлю телом сюда. Видите, и надламывается. А нужно сделать. Раз, еще... два, три. Давайте еще одну технику покажу, и я думаю, на этом все. Давайте ситуацию, когда человек защищается от Тимура. Берет себя за пояс. За пояс берет. Смотрите. Плотно прижался. Вот здесь беру такой захват. Начинаю руку поднимать. Здесь я могу регулировать, да, вот на расположение локтя своей с другой рукой. Раз. Приподнял. И здесь грудью. Это я, кстати, знаю. Открыл совершенно случайно эту штуку. Раз. На YouTube в приложке? Нет. Раз. И грудью. А сделайте дубль, чтобы хрюс был для съемок. Давайте еще раз поговорите. Да. Хрюс нам не будем репетировать. Сделай красивое лицо сейчас. Я, наверное, больше хрюс. Еще раз. Раз. Я начинаю пытаться выйти на Кимуру. Возьми себя за пояс. Раз. Взял здесь. Чуть прижал локоть. Поднимаю руку. Да. Раз. То есть даже если она не будет отпускать пояс на Доталова. Да, да. Все равно пойдет. Давайте пробуем. Нет. Раз. Блин. Давай мага. Давай, смотрите. Мага говорит раз, два, а потом три мы хлопаем. И не сейчас перезапишем. Да. Последний раз, смотрите. Подняли. За кисть. Прижали грудью. У нас сдается. Раз, два. Красава!